Всем привет, вы на канале Device. Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на игровую мышь Logitech G G300S. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании к видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем. Скульптурная двунаправленная форма, универсальный дизайн в компактной форме. Эта мышь создана для комфорта и долговечности. Сбалансированная форма подходит как для левой, так и для правой руки. Прочная конструкция. Инженеры компании тщательно тестируют и оценивают основные кнопки на 10 миллионов нажатий, а расстояние 250 километров. Способный выдержать самые интенсивные игровые сессии, G300S будет продолжать работать вместе с вами. Скользкие ноги. Ножки из политетра фторэтилена с низким коэффициентом трения устраняют трение практически на любой поверхности, обеспечивая плавность движений, точность перемещения курсора и повышенную точность. 9 программируемых кнопок. Добейтесь отличных результатов, используя конфигурацию по умолчанию прямо из коробки. Или настройте триггеры с помощью одной кнопки для действий, которые обычно требуют копания в меню. Сделайте общение в режиме Push-to-Talk более доступным. Временно сдвиньте DPI вниз, переназначьте любую игровую команду или макрос с несколькими командами на любую из 9 программируемых кнопок с Logitech LGS. Программируемое освещение. Назначьте уникальные цвета и идентификацию каждому профилю пользователя с возможностью до 7 цветовых вариаций, чтобы знать, какие настройки активны во время игры. На лету DPI. Переключение точек на дюйм на лету позволяет одним щелчком мыши переключаться между двумя настройками чувствительности. От наведения с точностью до 250 точек на дюйм до быстрого перемещения с разрешением 2500 точек на дюйм. Используйте LGS, чтобы настроить параметры DPI в соответствии с вашим стилем игры. Кроме того, циклирование точек на дюйм позволяет вам выбирать до 5 настроек точек на дюйм во время игры. Скорость отчета в 1 миллисекунду. Будьте уверены, что каждая ваша команда выполняется как можно быстрее. G300S работает в 8 раз быстрее, чем стандартная USB-мышь, и фиксирует ваши движения так быстро, как вы только можете их совершать. Простое в использовании программное обеспечение для настройки. Используйте дополнительные LGS для идеальной настройки команд для ваших любимых игр. Простые настройки перетаскивания позволяют настраивать профили кнопок и отслеживания. Или используйте предварительно настроенные настройки с автоматическим определением игры, профили встроенной памяти. Когда вы берете свой G300S с собой, ваши пользовательские настройки приходят вместе с вами. Сохранив свои настройки во встроенной памяти с помощью LGS, вы можете использовать его на другом компьютере без необходимости устанавливать программное обеспечение или перенастраивать настройки. Я проанализировал отзывы реальных пользователей аппарата и выделил основные моменты. Вначале расскажу об отрицательных. Нет ссылки на ПО для мышки. Недолговечная. А теперь перейдем к положительным. Настраиваемые кнопки. Удобное расположение дополнительных кнопок. Стильный дизайн. Удобная форма. Чувствительность курсора настраивается. Плавный ход. Хорошая балансировка веса. Гипоаллергенные материалы. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!